Я вяжу ирисом. Вы уже многие это знаете. И это тонкая пряжа. Крючок у меня единичка. Люблю заматывать его вот так вот изолентой, потому что он здесь более плотный. Наверное, стоит купить с ручкой, но вот эти крючки меня полностью устраивают. И девочки часто мне пишут, как не наколоть палец, чтобы когда много вяжешь. Я даже не сразу поняла, как можно наколоть. И возможно, что, наверное, человек вот так вот колет в тот момент, когда втыкает. Где-то я видела, что вот как-то так держит нитку и колет в палец, потому что все жалуются на указательный палец. А что делаю я? Указательный палец у меня держит саму рабочую нить. Остальные пальчики помогают. Но вяжу я фактически держу вот этими пальцами. Большим и средним. То есть вот как это происходит. Нитка у меня натянута вот сюда. И когда я провязываю петли, видите, у меня, во-первых, и ряды становятся ровненькие, как я уже в другом видео это показывала. И у меня пальцы, они как бы не задействованы в процессе вязки, в том плане, что крючок не колет их. То есть у меня вот нет совсем никаких ни мозолей, ничего. Я просто спокойно провязываю все тоненькими нитками. Может быть, вам это поможет. Значит, вот эти два пальца держат рабочую нить. Вяжете большим и средним, держите вязание. И вот так. Ну, крючок, наверное, там как-то еще вот по-другому держит. По-другому не умею. Вяжу вот так. Привыкла так. И все, провязываю. Даже если долго вяжешь, у меня не работает, не тычется крючок в палец. Может быть, в этом секрет. И поэтому я вам желаю, чтобы у вас ничего не болело, чтобы вы были здоровы, и все у вас было замечательно. У нас будут вот такие вот брелочки-черепашонки маленькие. Всего вам доброго!